Джек, ты меня слышишь? Джек! Да, я слушаю. Что случилось? Джек, тут повсюду трайгены. И похоже, они когда-то были людьми. Оставайся на месте. Не спускайся сюда. Здесь слишком опасно. Это что за... Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Черт, да она на другой стороне острова. Можешь провести меня к ней? Могу попытаться. Давай попробуем. Я готов. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Итак, мы выбрали с вами из этого там, что там, парогенератор, да, или что это, парогенераторная. Мы выбрались оттуда. Вот, было жарко, было очень бомбезно. И теперь нам нужно, короче, выбраться из здания. Вот, мы выпустили трагенов, короче, которые необученные трагены. Они там, типа, похожи, как вот сказала Вэлла, они были раньше людьми. Вот. И с ней оборвалась связь. Я так понимаю, нам надо, короче, будет сейчас выбраться из здания и идти на поиски Вэлл. Она на другом конце острова, как сказал Дойл. Сейчас мы с вами... Так, у меня чуть-чуть брони есть. Вот, чуть-чуть брони и полные жизни. И вы сказали, что я пропустил, короче, оружие, новое оружие, вот. Так что, бляха, надо быть, короче, повнимательнее. Неизвестно, что нас ждет. Вы сказали в комментах, что меня ждет. Ой-о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 й
больше, там какая-то попа боль, что ли? Что у меня вообще из оружия? У меня есть там... А, у меня есть эта... Штука, которая тихая. Мы поймали эту штуку. Не волнуйся, никуда не денется. Да заткнись ты и двигай сюда, нет у нас времени. Какого хрена это было? У него в груди, смотри, как будто этот, знаешь, как будто чужой вылез. Так. Дробаш. Тихо. Ну-ка я попробую, короче, я так предполагаю, это в обход. Я просто взгляну. Эх. Эй. Куда у меня там стенка, смотри, пропала. Ублюдок. Ублюдок. Ты покойник. Кто? Бляха, они в этих, короче, в этих штуках. В скафандрах. Может здесь что-то радиация какая или что? Сюда вот мне не пройти по-любому будет. Так. А, это М-ка. Сюда мне не пройти, тут смотри, пар. Ну давай здесь посмотрим. Так, лестница вниз. Это отсюда, понятно, я... Здесь какие-то боеприпасы. Что-то... Вы видите, да, какую-то полоску?
Ну понятно, что это. О-о-о. Вот видишь полоску, да, какую-то? Или это мне мерещится уже? Окей. Ладно, бляха, у меня все рука тянется на сохранку. Ай! Ну, ладно. Не разбился, и хорошо. Так, ладно, фонарик я выключу. Перезарядочку сделаю. Нет, никто. Отлично. Так, здесь сломано, окей. Тут не пройти. Тут что, есть кто? Так. Понятно, я там, наверное, отключил этот газ, этот пар. Мне бы для полного счастья бы этот броньку. Так, погодите минутку. Короче, важный звонок был. Вот. Так, окей. Здесь оружие, да, там здесь патроны, все это мы посмотрели. Короче, я отключил газ, так был, я так понимаю, да, вот у нас нету здесь пара. Вот. Движемся дальше. Ты кушал? Ты кушал, он говорит. Ты кушал? Я-то еще не кушал, а ты кушал? Чё бежит? Бляха. Его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот ты какая мразь, а? Давайте, приятель. Мразь ты как... Мразь. Так. Так, осторожно, не бахни тут. Окей. Там никто? Там пар? Здесь что? А, мне туда, значит. Мне в любом случае сюда. Здесь же больше нет, да, нигде. Куда можно сунуться? Значит, сюда. Как-то обойти пар надо. Леха, здесь еще пар. Я слышу трагинов. Так, сохранка, хорошо. Жизни, правда, ух, как мало. Вот здесь можно. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри. Леха. С этого-то как сложно пробить его. Угу. Есть еще. Я возьму дробаш на всякий. Так, где это перезаряжан. Ага! Глаз на жопу натянул. Отлично. Убиль. Так, есть еще. Погоди, он здесь один был? Там никто. Здесь труп. Так, ну я надеюсь, здесь сверху никто ниоткуда не упадет. Не помешает мне. Так, лестница здесь наверх. Лестница там где-то наверх была, да? Вон. Ладно, пойдем здесь. Так. Окей, надо дальше пойти. Дальше лезть. Да в смысле? Да, ой, тварь-то какая. Это мертвый? Ты мертвый? Так, ладно. Я думаю, здесь никого, потому что было бы уже бы вылезли. Так. Я, получается, закрыл пар. Где?
Опа, сохранился. О, бригада бежит. Ох, вы мостик сломали, да? Так, а они по лестницам не умеют ползать, да? Ну и хорошо. Ну и прекрасно. Сейчас я их отсюда, короче, как-нибудь. Там трупишник где-то внизу валяется. Сейчас я... Бляха, они побежали по этому мосту. Это был мост этот, короче. Сломать, чтобы они упали. Да? Да. Бляха, по трубе-то никак обратно. Ладно, сейчас перезарядочку. Или они разбили? Это было сейчас опасно. Просто опасно. Они оба разбились, наверное, скорее всего. Одного вот я загасил, да, получается. Ну ладно. Была, не была. Ну, отлично, ладно. Хорошо. Движемся. Здесь в смысле двое. А, нет, это один. Дырки в жопе. Три дырки в жопе. Твою мать. В смысле, а я же отключил газ. Как так-то? Как так-то? Я что-то другое открыл. Уйди, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, нахер. Ладно, пока, пока дробаш спасает. Пока неплохо. Или я здесь где-то отключил газ. Непонятно, короче. Где-то отключил. Так, 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 ты где бегаешь? Ты дергаешься, что ты дергаешься, а? Тихо. Ну ладно. Ну ладно. Так, сохранка. Люблю, когда сохраняется. Просто. Мне сразу аж легко на душе становится. Понимаешь, что если ты умрешь, то значит, далеко не начнешь. Ты слышишь? Так. Кто-то что-то это слышит. Было? Берем бомжа. Выключаем фонарик. Чётенько двоих. Так. А здесь... Еще кто-то бежит, да? А здесь я... И что бы это могло быть? Тут тоже куда-то можно пройти. Ай-яй-яй-яй! Чертовщина! Ай-яй-яй-яй! Тихо, тихо. Окей. Нормуль. Там какие-то боезапасы, короче. Так, а это что? Это не работает, да? Ну ладно. Ну ладно. Лифт. Хорошо. Так, аптечка, окей. Оружия здесь нет. Угу. И лифтера. Где? А где кнопка? Вниз. Это он! Я-я-я-я-я-я-я-я! Молись, пока есть время! Убиваем Трагина, короче, в первую очередь. Стрибер, стрибер, зарезка! Сдохни, гад! Сдохни, гад! Произошло. Отлично! Ой, а я поехал наверх! А я же ничего не нажимал, как я поехал? Зачем? Ну-ка, вниз. Ну ладно. Хоть небольшая такая передышка будет.
Сейчас я их. Время трать задницы! Так, я сейчас тебе так отодру задницу. О! Ну хера. У меня аж почернело в глазах. А, лифт уехал. Чё за кипиш? Так, ладно. В первую очередь убили Драгина. Хорошо. Ага, здесь дверь, там дверь. Здесь, наверное, обходняк. Понятно. Здесь обходняк. Здесь что-то открыли. Наверное, вот эти ворота. Так, и куда? Давай попробуем сюда. Так, сохранка, отлично. Что здесь происходит? Где хоть одно лицо? Ой, я чувствую, сейчас их здесь дохера будет. В таких комнатках. Ни одного не вижу. Везде. Нихера там. Наверное, это просто ветер. Какого черта это было? Умирай. Видел? Ай-яй-яй, еще бежит. Будешь завидовать мёртвым. А как они слышат-то меня? Я же с этим, с глушаком. Глаз на жопу натяну. Я сейчас тебе так натяну. Будешь этим глазом видеть все просто. Так, ладно. Леха еще. Ты где? Ты мой. Пошумим. Бляха, их так столько много там вообще. Просто. Они все равно меня слышат, так что, блин. Что там происходит? Смысла нет. А, ну-ка, давай-ка я попробую, короче, сейчас вот здесь. С другой стороны. Это, я так понимаю, с другой стороны, да, дверь? Бляха! Бляха! Нихера себе подстава! Нет! Куда улетел? Хера себе подстава! Ладно. А нихера, это не обходная дверь. Или обходная дверь. Сохранка. Хера. Выкурите! Готово. Они же могут и в обход пойти. Стопудово они здесь сейчас в обход пошли. Я ж тебе говорил. Бляха. Ублюдка! Вот как они сначала так прямо шли, потом вот так вот завернули, потом вот такие вот из-за двери херак. Жесть. А, у меня здесь сохранка прошла. Ладно. Ну лады. Так. Мы его потеряли. Сейчас я вам покажу здесь. Мы его потеряли. Лоп. Откуда ты появился-то? Ублюдок. Ты че так? Как это понимать? Как это понимать? Отсюда-то вы не придете или придете? Вы тоже здесь можете отсюда прийти, нет? Вы можете же отсюда прийти? Мне кажется, нет, они могут прийти вот отсюда. Готово. Бляха, у меня жизни вообще киш. Киш.
камон. Это как дверь так открыл. Лёха. Сдохни! Надо что-то поболее это. Бронебойное, короче. Лёха, столько много. Все? Это моя дверь тут колбасится или что? Мне нужна аптечка. Мне нужна аптечка срочно. Че, есть здесь-то, нет? Остались? Эй. Походу я убил всех. Так, здесь по-любому, здесь какая-то лаборатория, здесь по-любому должна быть аптечка. Нужно только поискать. Нужно только поискать. Но эти просто огромные. Что это за твари? Слышал я о них. Наемники зовут их толстяками. Осторожней с ними. У них тяжелое вооружение. Да я это и сам понял. Толстяками. Да, в комментах вы говорили, что с базуками вот эти вот, это опасные вообще, опасные. Да, в принципе, обычный траген тоже опасный. Все здесь опасно. Все здесь опасно. Так, ладно. У нас дверь где-то там внизу, да, проход. Есть здесь еще проход. Ну-ка. А, здесь сломано. О, сохранка, бляха. Я правильно иду? Да? Ау. Вообще не пробить их. Фигаси там рубит. Попался! Ёпти мать! Ёпти мать! Что за дичь? Ну-ка, погоди. Надо, короче, чувака там убить. Что это было? Давай, возьмись! Что еще хотите? Она не перегревается же, да? Это пулеметка. Охренеть, ты прикинь просто с этого, с обычного этого, автомата, там, с обычного оружия. Жесть. Зашибись, мать твою. Дядя, нет, не попадай по мне, умри нахер. Ты прикинь, в этого здоровяка сколько надо, с этого, с такого вот пулемета. А прикинь, просто с ним с глазу на глаз драться. Капздец. Так, надо аккуратно. Ты слышишь? Да ёпта, чё вы там слышите-то опять? Община. Стоит! Хера он мне снял! Понять, ублюдок! Жест. Просто жест. Вижу цель! Ты ничего там не видишь? Вон он! Умирай нахер! Быстро! Вот так вот! И погнали! Наши городские! Погнали косить нахер! Там сейчас здоровяк выйдет. Мне просто в прошлый раз повезло, что он как-то косо это. Косо с базуки попадал в меня. Есть, я его убил.
это жесть, конечно. Это жесть, ребят. Это жесть. Ты слышал? Тихо. Все слышит, все. Нахер пошли. Быстро, 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 быстро. За пулеметку, за пулеметку. Все? Сейчас здесь все вот забираю. А, их тут трое всего было, что ли? Итак. Да ну не! Да ну не! Пулеметка! Пулеметка! Давай, вылазь, вылазь. Да ни хрена вас там. Фух. Хорошо, что есть пулеметка. Че? Посрать присел? Так, ладно, что у нас здесь? Бляха, вот после такого нужна сохранка срочно. Срочно нужна сохранка. И мне нужна это. Как ее? Аптечка. Yes. И сохранку давай теперь. Туалет. Толчок. Опять толчок. Здесь, наверное, жесть. Кира. Фу, бляха. Охренеть. Гота была бурная ночка. Давай сохранку, пожалуйста. Да ну нахер. Да ну нахер. А. Вон как. Вон как. Обошоль. Попал. Только сохранку-то! В смысле? Во-во. Бляха, 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 беги, беги, беги! Ай-яй-яй-яй, куда тупик? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, беги куда-нибудь быстрей! Пулеметка, пулеметка! Как говорится, знаешь, да? Быстрые ноги пиздрячек не боятся. Ну да, это, конечно, жесть. Выбраться из здания. Попробуй тут. Выберись. Мать его, из этого здания. Так, здесь куда-то. Смотри, я... Я, наверное, могу проплыть, нет? А, здесь. Там, смотри, вниз. А, здесь вниз. А, здесь и наверх. А куда мне надо-то вообще? Наверх, вниз. Ну... Взять его! Боец свинца! Взять его! Ой, ну что такое? Ай! Ай! Ой-ё, чё там творится? Ой-ё, чё там творится? А сюда они не придут? Что там творится? Ой-ё, что там творится?
туда главное не падать. Я попробую сейчас, может, загасить, да? Так. Откуда ты там стреляешь? Ты где? Мразь. Готово. Где эта здоровая мразь? С этими здоровыми лучше вот так вот. Ой, ёп, нихрена. Давай пока стои. Отлично. Бляха, какой живучий. Фиг ли ты-то бегаешь? Фиг ли ты бегаешь? А где здоровяк-то? Ну где ты? Или ты умер уже, все? Отбегал? Ух ты нах! Давай там! Ого, здоровяк! Ты прикинь. Не, ну ты прикинь. Все, у меня патрон. А, почти кончились. Охренеть. Я так сейчас весь боезапас свой истрачу. Так, это я не хочу тратить. Я убил тебя или ты там заныкался? Заныкался. Готово. Там еще один, короче, такой мелочь бегает. И... Здоровяк. Ну, здоровяк, давай. Ой. А ведь он мог залететь. А ведь он мог залететь ко мне. Эй, Трагин, ты протек. Ну где? Вот где это говно большое? Эй, дядя, во, где ты там? Вон, шай. А, больно, да? Пяточку-то тебе. Ну, покажись, говна кусок. Урод, а. Вот урод, а. Я не хочу туда спускаться, потому что мне будет ататат, если я спущусь туда. Отлично, отлично. Фух, ну я надеюсь, там больше никого. Так, здесь у нас что там по дверям, что-то по всякой. Так, двери сломаны здесь. Я, наверное, смогу как-то по трубе, наверное, спрыгнуть, да, здесь? Отлично. Так, патрончики, потому что у меня закончились от М-ки патроны. Надо пособирать. Всего 30 взял. Прикинь, просто так. Каша мала, ты прикинь, такая дичь. Прикинь, такая дичь. Хорошо, такие есть закоулочки, такие есть. Ну я говорю, видишь, можно было проплыть просто. И выплыть вот здесь. Ну хорошо, что я пошел поверху. Так. Тут же дверь какая-то. А, нет. То есть одна дверь, да, получается? Ну-ка, сохранку. Здесь, по идее, должна быть сохранка.